Мамы. Началось в колхозе утро. Как всегда, встаем с петухами и идем в любимую школу. Не верится, что это когда-нибудь закончится. Помнишь ли ты свое 1 сентября? Да, я помню. Это когда был дождь. 11 лет назад, 1 сентября 2006 года, мы с волнением приступили порог нашей любимой школы номер 1215 имени Ромена Ролана, где началась наша новая жизнь. 1 сентября! Мы были еще совсем маленькими, но уже с большим интересом озирались вокруг, охотно познавая открывшийся нам мир. Кто-то взглядом искал родителей, кто-то с любопытством рассматривал одноклассников и выпускников. Нам еще многое предстояло узнать, а главное, впереди нас ждали встречи с замечательными учителями. Тогда для нас все было в новинку. И ранние подъемы, и школьная форма, и шумные перемены, и домашние задания. Мы решали примеры у доски и внимательно слушали уроки. А как волнительно было получать свои первые отметки! На протяжении всех школьных лет у нас было много разных дисциплин, но иностранные языки мы всегда учили припеваючи. Мы вместе играли, росли и проходили через жизненные испытания, с каждым днем становясь все дружнее. Пусть не все смогли остаться с нами до конца, но мы всегда с теплотой вспоминаем всех наших бывших одноклассников. В школе нас учили не только наукам, но и прививали ценнейшие нравственные качества. Здесь мы познали сладкий вкус победы и горечь поражения, нашли своих лучших друзей и первую любовь, и, конечно же, не забывали радоваться жизни. Самый смешной момент из жизни класса. Ну, вот так вот очень сложно выделить какой-то один момент, потому что забавных моментов много. И, ну, на каждой репетиции, например, на подготовке к какому-либо мероприятию их хватает. Школа – это не только уроки, это и конкурсы, и концерты, веселые КВН. И мы нашли способ это совместить. Главное – сделать ход конем. Ну вот подошла пора диагностик и экзаменов. Каждый выбрал свой путь. Мы успешно преодолели все 11 лет обучения благодаря стараниям наших родителей и учителей, которые направляли и поддерживали нас. Мамы, папы наблюдают за нами, вспоминают нас, и наш первый класс, как в школу нас провожали. И вот мы закончили свой путь в качестве учеников этой школы. 11 лет пролетели, как одно мгновение. Так много воспоминаний, связанных со школой. Но лишь сейчас мы понимаем, что стали настоящей семьей.